Во время посещения одного из островов с нами произошла забавная история, и связана она с маленькой птичкой, которую мы прозвали «Колотунчик». Эта глупая птаха с первыми лучами солнца начинала выстукивать трели в окно нашего дома, при этом размахивала крыльями и недовольно чирикала, беспокоясь о том, что она никак не может преодолеть это невидимое препятствие. Бедной птахе было невдомек, что за этим окном находится наша комната, а не отражающийся в нем лес. Сначала это нас безумно злило, потому что первые лучи солнца появлялись в 4:30 утра. Еще через пару дней нас разбирал смех, а к концу нашей остановки мы ужасно привыкли к этой забавной птичке и совсем не обижались за ее безумные трели.